Добрый день, сегодня очередная распаковка. Пока буду раскрывать, расскажу про кэшбэк-сервис. EPN, включился от меня, внизу будет ссылка. Но я, в принципе, им пользуюсь уже год, нет, полгода. Вы подключаетесь, и при каждой новой покупке вам возвращают деньги. Ну, я думаю, все за это слышали. Ссылка будет в описании, реально возвращают, там до 90% даже есть. Товары с Алиэкспресса, ну, как-то мне не попадались. Так, штаны за меня пришли. Меховые. Сейчас попробую открыть. Вот такие они. Не промокающие. Внутри мех. Мех, кстати, не пахнет вообще. Вообще не пахнет. Вот такой фирменный знак. Порт. Ну, в принципе, я покупал не только для спорта. Карманы. Карманы обычные. Маленькие. Там даже телефон не поместится, скорее всего. Вот один большой, другой маленький. Тут еще один карманчик. Сзади. И что я хочу сказать. Тут еще что-то такое. Ну, смотрим, прошито вроде хорошо, все четко, нигде ничего не расползается. Ссылка на этот товар и на EPN сервис будет в описании, обязательно заходите. 2XL, 100%, что-то там японское. Вот такие штаны, сейчас их померяю. Так. Мне подошли. Ну, в принципе, сидят хорошо. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно подключайтесь к кэшбэк-сервису. Вещи очень хорошие. Возвращайте деньги. Зачем переплачивать? Кстати, у меня пылесос покупал. 11, этих, не помню, сколько он стоил, $11 мне вернули за него, 10%. Так что очень неплохо